Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в проект 50 монет. Вход сюда, напоминаю, всего лишь 50 рублей. Это единоразово. И заработала я уже, друзья, 400 рублей с 50. Неплохо. Рефералов у меня 13 человек. Значит, напоминаю, вот здесь заполнить платежные реквизиты в обязательном порядке. Прописать Payeer кошелек. Так как здесь вкладочки вывода нет, деньги поступают прямо на кошелек. Поняли, да? И также на домашней вот здесь страничке находится наша реферальная ссылочка для приглашения. И у меня здесь написан текущий статус, успешная оплата тарифа. И у меня тариф мой действует 2 месяца. Следующее пополнение 4 января 2022 года. И как бы вот здесь тоже 400 рублей заработано. Хочу ваше внимание обратить на вопросы-ответы. Я вот это все, ребятки, зачитывать не буду. Все мы умеем читать. Вот, если я буду все это зачитывать, это займет, ну, очень много времени. Далее, что представляет из себя данный проект? В чем его преимущество по сравнению с другими? Кликаем, и вам ответ. Далее. Это не обман. Законно ли это? Не потеряю ли я свои деньги? Опять же таки кликаем и ответ. Как долго будет существовать проект? Он не пройдет, не пропадет после моей оплаты. Опять кликаем и ответ. И здесь вот все-все-все надо это изучить и прочитать. Далее что? Я хочу обратите ваше внимание, вот здесь вкладочка «Правила». Кликаем. Описание правил участия в проекте. Читаем. После регистрации вам дается 2 дня на совершение стартового платежа. При этом вы оказываете денежный подарок другому участнику проекта. Для этого вам необходимо иметь сумму в размере 50 рублей на своем счете. Проект принимает оплату с помощью Payeer. Ну, здесь если... И пошагово, подробнее о совершении и получении платежей читайте в нашей пошаговой инструкции. И здесь все вот это нужно прочитать, изучить, посмотреть. Вот. Шаг первый. Квалификация. Каждый участник должен выполнить квалификацию. Пригласить лично или автоматически получить от системы. Правила общей очереди. Всего лишь одного реферала, который оказывает подарок не вам, а вашему куратору второго уровня. Например, я вчера зарегистрировалась, проплатилась, дала рекламку, ко мне пришел человек, да? И он оплатил квалификацию. И денежку получила не я, а мой куратор второго уровня. И он перешел в его команду. На этом ваша квалификация считается выполненной. С этого момента вы начинаете получать доход. И остальные приглашенные, которые регистрируются по моей реферальной ссылочке, уже несут мне доход. Поняли, да? Также здесь есть и переливы. Я вам сейчас это покажу. Здесь вот шаг четвертый. Постоянное удвоение команды дохода. Это все мы читаем. Шаг пятый. И еще больше. Ну, в общем, здесь все-все подробненько расписано. Есть таблица. Вот. Далее что? Теперь я хочу вам показать. Иду перейти в профиль. И моя команда. Кликаем «Моя команда».
Это все мои приглашенные. Всего у меня 13 человек. Вот. И вот это моя квалификация. Который человек ушел вверх. Куратору второму уровню. Я так поняла. Это мои лично приглашенные, с которых я получаю доход. И пока я здесь уже подключала как бы видеостудию и все на свете, мне уже капнул перелив, ребятки. И вот это перелив, вот у меня 3 перелива. Видим. Пошли, да? Вот 3 человека. И каждый человек мне принес по 40 рублей. Теперь давайте перейдем на Pair кошелек. Обращаю ваше внимание, что на почту оповещения не приходят. Идут без оповещения сразу на Pair. Вот моя оплата. Я вчера 5 ноября 50 рублей проплатилась. 5 ноября перевод 50monet.ru я оплатила. Так? И мне пошел доход. 5 числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 6, 7, 8. Да, вот 8 переводов. Смотрите, кошелек везде одинаковый. Клику 5 ноября. Перевод выполнен. Ну, здесь с учетом комиссии. У нас Pair же комиссию берет. Куда же без этого? 39,62. Номер кошелька 19,75,613. Следующий перевод. Перевод выполнен. 39,62. 19,75,613. Следующий перевод. 39,62. 19,75,613. Номер кошелька одинаковый. И уже сегодня я получила, 6 ноября, уже 3 выплаты. Также кликаю 39,62. Номер кошелька 19,75,613. Второй платеж. 19,75,613. И сегодня вот третий платеж у меня. Также 19,75,613. Номер кошелька, как видим, одинаков. Ну, нет здесь такого, чтобы 50 монет они не пишут. Все замечательно. Проект платит. Напоминаю, на почту оповещения не приходят. Идут сразу на кошелек. И обязательно пропишите свои платежные реквизиты. Вот. Рекламка у меня запущена на месяц работать. Я уже проплатила, дала рекламу. Так что все замечательно. Будем надеяться, народ пойдет. Прошлый проект отработал год. И я считаю, год это не маленький срок. И замечательно. Я очень хорошо здесь заработала. Естественно, я мимо этого проекта пройти мимо не могла. Ну, в принципе, это все. Не забываем напоминать, читать вопросы-ответы и изучить правила. Вот здесь, ну, это типа маркетинга, друзья. Вот этот маркетинг. Здесь также все расписано. Вот, все подробненько, подробненько, подробненько. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Но нужно обязательно пригласить хотя бы одного человека, ну или ждать перелив от системы. Я на переливы никогда не надеюсь. Я надеюсь на свои силы. Как поработаю, так и заработаю. Потому что это большая редкость переливы, но тем не менее они существуют. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!